Всем привет, ребята, с вами обзорщик. Сегодня расскажу про интересный проект. Называется он Snowian Space, вот официальный сайт, вы видите, да? Это профессиональная социальная сеть для криптосообщества, то есть для нас с вами. Основана она на блокчейне. Чем же она интересна, сейчас я вам все расскажу. Во-первых, здесь, чтобы пообщаться с человеком, нужно будет заплатить за это. Заплатить либо в токенах, либо в эфириумах, да, возможно, в долларах можно будет это сделать. Вот, посмотрим. Здесь много информации представлено о проекте, да, здесь все расписано, как что будет работать. Вот, и суть в том, что вы заполняете свой профиль, чем больше он у вас заполнен, тем лучше это для вас, тем лучше это для компаний, которые хотят с вами связаться. Вот, в основном это компании ICO, да, которые будут проводить свое ICO, которые будут проводить продажу своего токена. Вот, и они задают определенные интересы, вот, делают выборку пользователей, которые им интересны. И если ваши интересы совпадают, да, подходят, то вы попадете в эту выборку, и затем уже вам заплатят за то, что компания с вами пообщается, за то, что вам напишут, предоставят какую-то информацию. Вот, то есть все свои навыки публикуете в профиле, вот, заполняете полностью, чем больше профиль у вас заполнен, тем это лучше для вас, тем больше денег вы сможете заработать на этом. Вот, если у вас какие-то есть особые какие-то навыки, обязательно их заполняйте, это будет вам дополнительный плюс для компании. Вот, смотрите, очень хорошо, да, если вы проводите свое pre-ICO, либо ICO, продажу токенов, то на этой платформе будут собраны люди в основном из криптосообщества, да, которые уже участвовали в ICO, либо собираются это сделать. Во-первых, им интересно сразу будет ваше предложение, вот, и вы тем самым попадаете сразу в целевую аудиторию. Вот. Здесь все будет справедливо, да, решение децентрализовано, социальная сеть здесь вот основана на блокчейне, вот, работает все по смарт-контрактам, и стоимость справедливо будет распределяться между всеми, всеми сторонами, всеми членами общения, да, так сказать. Вот, на платформе также есть прямые платежи через MetaMask, да, можно их делать либо через кошельки Ethereum, вот, и также можно токены будет покупать с помощью кредитной карты или PayPal. Вот, и справедливо здесь торговля, вот, написано, да, что, в принципе, не будет никаких планов на платформе скрытых или платежей, да, только вот вознаграждение для пользователя, с которыми компания хочет связаться. Вот так вот это все будет работать. Эта платформа, она выгодна для всех, да, то есть как для компании, они попадают в свою целевую аудиторию, вот, и делают выборку уже сразу здесь по целевой аудитории, и для пользователей, для нас с вами, да, она также, в принципе, мы здесь ничего не теряем, заполняем свой профиль, и если мы оказываемся интересными для какой-то компании, то нам за это заплатят. Так, ну давайте познакомимся еще поближе с сайтом. Смотрите, вот, сотрудничают они, вот, Sheldon Store, Flockmail, Credits, да, смотрите, MooseArts, эти компании, блокчейн-компании, вот, они уже заключили партнерство с Snowian Space, вот, и будут работать. Дорожная карта здесь у них прописана с июня по сентябрь 2018. Ну, здесь надо сказать, что ICO уже было у проекта, да, вот, токены уже торгуются на бирже, поэтому их, в принципе, можно купить на бирже, можно здесь купить на платформе, я так понимаю. Вот, и что здесь, ну, сейчас вот идет август, да, в августе закончится вот airdrop Snow Token, можно будет вывести эти токены, да, будет запущена групповая, ну, я так понимаю, можно будет в группы сразу писать вот этим компаниям, партнерам, да, которые они могут сразу в группы писать. Затем
будет реализовано, что они могут писать не только в группы, да, но и индивидуальные сообщения. И вот уже в сентябре начнется прием криптоплатежей, вот, и автоматические аирдропы будут. По маркетингу, ну, здесь представлены скриншоты, скриншоты профилей пользователей, да, что еще здесь вот чаты, то есть здесь есть чаты, можно в чатах общаться, вот, и представлена команда, команда у них очень большая, ну, не очень, в принципе, нормальная команда, вот, и с ней можно ознакомиться дополнительно. Смотрите, с Нови вот уже торгуются на бирже, да, на вот на всех этих биржах: Tindex, EtherDelta, Coin, Bbox, вот, и профиль на CoinMarketCap, его тоже посмотрим. Вот, и смотрите, еще информация о токене. Вот я говорил, да, при ICO было токен сейл, вот это все было в 2017 году, и вот по какой цене было предложение токенов. Так, что здесь еще? Здесь есть, смотрите, также Telegram, ну и все ссылки на социальные сети. Telegram я рекомендую вам подписаться, потому что там, ну, если вас заинтересовал этот проект, потому что там всегда публикуется свежая актуальная информация, и там быстрее всего о ней можно узнать. Так, смотрите, вот профиль с Novio на CoinMarketCap, да, я добавлю watchlist свой отслеживаемый, буду следить за ним. И что можно сказать, смотрите, это как вот с декабря, ну, примерно с декабря, да, 2017-го торгуется токен, вот как цена росла, и теперь вот она снова упала вместе с рынком, и вот по такой цене торгуется токен. И объемы торгов, в принципе, сейчас небольшие, но я думаю, это связано с тем, что рынок весь упал, да, и если рынок вырастет, то, в принципе, а он точно вырастет, то и объемы торгов, конечно же, возрастут, интерес к токену увеличится. В этом обзоре у меня все, ребята. Надеюсь, платформа вам понравилась. В следующем обзоре посмотрим, как зарегистрироваться. Посмотрим, возможно, что у них в соцсетях они публикуют. Да, еще различную какую-нибудь информацию, которую я найду о проекте. Вот. И в этом обзоре я с вами прощаюсь. Надеюсь, был вам полезен. С вами был обзорщик. Всем добра.